Внимание! Говорит и показывает Москва. Во знаменование 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов парад победы! Государственный флаг Российской Федерации и знамя победы! Смирно! Для встречи слева! Накра! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. В ее составе 135 единиц боевой техники. На Красной площади символ Великой Победы – танк Т-34. Право открыть прохождение парадных расчетов предоставлено воинам-танкистам 1-й гвардейской танковой краснознаменной армии. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. Открывает прохождение колонна бронеавтомобилей «Тигр», «Арбалет» и «Корнет-Д». Проходит колонна универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности «Тайфун-К» и «Тайфун-У» под командованием майора Ярослава Грета. Особенности многофункциональных модулей позволяют использовать автомобили по различному предназначению.